Что-то на донку ударило и отпустило. Не пойму, на донку что-то ударило. О, 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 о. Опа. Что-то большое вроде. Ух ты, хороший идет. Что-то хорошее идет. Вот это мы поймали зимой. Это ты поймал. Вот такая вот плотвичка у нас на доночку возила. Наконец-то долго-долго стояла. Наконец-то взяла. Да. Да, Димка? Хорошо да. Клювала. Вот она. Всем привет, ребят. Доброе утро. Погода у нас сегодня хорошая. Выбрались мы сыном на рыбалку, он впереди чешет. Ну, очень рвался, наконец-то вырвался. Бежит прям. Хочет большую рыбу поймать. Ну, собирались вчера целый вечер с ним. Кто чего. Я для рыбалки, он попутные вещи для рыбалки. Набрал полтора рюкзака, он сам еле и прет. И половину мне нагрузил. Еле тащу. Так что у нас сегодня рыбный пикник получится, наверное. Вот. Но с голоду мы с ним точно не умрем. Есть чего поесть, он набрал. Даже если насадка у нас кончится, будем ловить на колбасу, сыр, чипсы и всякие сладости. А прикормку будем с ним разбавлять энергозированной сладкой водой. Так что рыбалка у нас сегодня обещает быть интересная. На двоих. Димка сегодня будет у меня ловить. А я сегодня, наверное, буду отдыхать, получать удовольствие и кушать то, что он с собой взял. Сейчас дойдем с ним до места, расположимся и все вам расскажем. Ну, дошли мы с Димкой до места. Дим, скажи привет. Всем привет. Сейчас мы с ним расположимся. Так, вот здесь вот, наверное, Дим, мы расположимся с тобой, как я здесь уже был в тот раз. Туда же не глубоко. Вода чистая. Туда же не глубоко. Если пойдешь сюда, не утонешь. Ты не упади. Ну, да, что, давай раскладывать сидим? Да, давай. Потихонечку. Потихонечку достали. Вот мы с Димкой расположили. Сейчас замутим с ним прикормочки. Взял я. У нас есть лещ крупный. Вот, попробуем его ловить. На него ловить. Ну, вот, Димка уже в воду влез у меня. Довольный! Да, Димка? Ага. Что, как будем прикормку делать? По простому или по фэншую? Ну, давай сегодня по фэншую. Нет, давай сегодня по простому. По фэншую это слишком долго. Ну да, времени ну. У нас немного. Ну, ладненько. Делаем, как делаем. Ну вот. Вот мы высыпали ее сюда. Нашу прикормочку добавлю я сюда сейчас. Есть у меня вот такой вот мотыль сушеный. Мы как начинающие, простые рыбаки, будем делать все по-простому. Ну и сухариков покупных я взял. Обычно я сухарики сам готовлю. Очень вкусные и для рыбалки, и под что-то другое. И для меня. И для Димки. Димка любит эти сухарики. Да, ссылочку я вам оставлю на ролик. Там есть прикормка и сухарики. Если кто хочет, можете на мне написать в комментариях. Я сделаю отдельный ролик по сухарям. Как для чего делать. И выложу. Сейчас мы это все ручками без всяких фэншуй перемешаем для начала. Ну вот. Вот так вот. Бабушка надала такой вот
штучку, в ней дедушкина ароматизатор. Он всю жизнь ловил, говорит, возьмите, попробуйте. У деда всегда хорошо ловилось. Ну, вот. Рассказывать пока не буду, что это такое. Кто досмотрит ролик до конца, я в конце ролика выложу, что это такое и чем мы с ним будем это самое. Ароматизатор какой добавлять. По дедушке или по бабушке, я даже не знаю. И все это тщательно перемешиваем. Воды мало, что-то я. Сейчас еще добавим водички. Дадим? Угу. Чтобы у нас приконка с тобой взялась. Да, еще-то мы больше рыбы поймали. Чтобы больше рыбы, как Дим говорит, поймали. Намесили. Сейчас она возьмется, еще что-нибудь добавим, чтобы нормальная консистенция была. Ручки помоем, как обычно. У нас чудо ведрышком. И теперь на что мы будем ловить и как. Вон, Димке удочку я уже одну забросил. Он уже начал ловить. Ловить мы будем сегодня на две удочки. Червь опарыш. И поставлю я полуфидер, полудонку. Вот такой у меня есть фидер. Ну, вот. 2,70. Вот 2,70. Сейчас мы его соберем, забросим. Удочки у нас будут стоять пол воды. А донку я на дно хочу опустить. И посмотреть, что на дне будет, так как мы лещом и подлещиком прикормились. Может быть, что-нибудь возьмет у нас покрупней. Сейчас я соберу, заброшу, покажу, что по оснастке будет у нас. Так, удочку мы, донку собрали. Сейчас приконку в нее набьем, в нашу кормушку. Таким макаром. Вот. Насажу я на эту донку. Дим, что насадим? Хлебушка? Угу. Хлебушка с ним насадим и одного червячка, наверное. Да? Да. О, чтоб не упало у нас вот так. Оснастка у нас простая с Димкой. Кормушка, коромысло, два крючка и третий сверху. Сейчас мы с ним хлебушку возьмем. Хлебушек насадим в прижимку таким макаром. Она рыба плещется, просыпается. Рано мы приехали, еще ни одного рыбака порой нет, зато первые. Один хлебушек. Сейчас второй хлебушек насадим. Жмем хорошенько. О. Ну, на третью червяка насадим. Перебросишь, сейчас перебросишь. Все, донку я снарядил, сейчас забросим. Ну что, первая пошла у нас донка, наверное, сейчас забросим. Вот так вот. Сделаем с ним. Вот мы донку забросили. А, что у тебя не получается? Как я говорил уже, не сильный фидерный рыбак. Не основная фидерная у нас донка. Вот так вот мы сделаем сейчас. Леску подтащим. И посмотрим.
Вот, кончик сделали в натяжечку. Колокольчик я повесил на нее. Наверное, вот сюда вот. О, так вот. Посмотрим, клюнет, что не клюнет у нас. Все, с Димкой мы все позабрасывали. Вон удочки стоят. Донка. Фидер. Так как мы с утра не завтракали, решили мы с Димкой позавтракать. Вот Димка понабрал, да, Дим? Что ты там понабрал нам покушать? Так, сосиску в тесте, огурцы с помидорами и бутерброды. Вот, и чай у нас косим, да? Да. Мы сейчас с ним позавтракаем. Всем приятного аппетита, кто же, кто не завтракал. И нам приятного аппетита. И что-нибудь, наверное, вам расскажем. Дим, что будешь рассказывать? Как тебе первая рыбалка? Это Димкина первая рыбалка. Как говорится, открывает он сезон. Дим, открываешь, да? Да, только это вторая рыбалка. А где ты на первой был? У дедушки. Ну, это было давно, я имею в виду в этом году. Да. У тебя же первая рыбалка. Да. Ну, сейчас мы с ним позавтракаем и продолжим нашу рыбалку, да, Дим? Угу. Вон у Димки там поклевывает. Мы только позавтракали. И у Димки поклевка пошла. Ждет он, когда она у него утопит. Угу. Я даже не ожидала, когда мы будем есть, то поклевка. Я вскочила уже за удочкой. А вон у папы поклевка. О, как хорошо клюет. Оп. Не знаю, что поймали. Что поймали, Дим? Клюет, утопило у нас все. Опа. Что-то такое серьезное. Даже очень серьезное. О! Ух ты! Это, кажется, мой карасик был. Это плотвичка, Дим. Или нет, красноперка. Это, кажется, мой был. Ух ты у нас! Вот это да! Один улов есть. Это видно, из-за него у меня была поклевка. Куда побежал? Рыбку мы уронили. Вот такая у нас получилась. Плотвичку мы поймали с Димой. Папка поймал, 1-0 папа идет. Не пойму, Дим, по-моему, поклевка была. Что-то тащу. Ага. О, резвый какой. Еще одна. Это у нас плотвичка еще одна. Вот даже поклевки не было. Угу. Не. Ну, даже поклевки не было. А мы уже с Димкой взяли еще одну. О, какая хорошенькая. Маленькая, правда. Вот Димка тащит. Опа. Первая Димкина рыба. Маленькая. Как ушок. Ну, подтаскивай, сынок. Не, вот. Вот Димка кушка взял. Полосатика, да еще и забагрил его. А нет, клюнул. Ну, Димка, отпустим его. Кушка-то этого. Ну он же маленький. Давай отпустим, пускай нам приволокет мамку и папку. Угу. Правильно? Да. Побольше. А мы насадим. О, какой у Димки окушок маленький. А мы насадим еще червячка. И поймаем мамку с папкой. Угу. Пока утопит, пускай. Димке поклевка была очередная. Он, как всегда, неизвестно чем занимался. Теперь будем ждать, будет ли дальше поклевка или нет. Вот Димка еще кого-то, по-моему, тащит. Ага, тащит. Еще тащит. Да стоять.
Ну, подкручивай, подкручивай. Маленький. Нет, этот побольше. О, Димка у нас сегодня по окуню видно, специализируется. Кстати, мы еще одного окуня нашли. Кажется. И ни одного, там вот задохшийся есть. Да. Разоглотил. Ты что, папка, поймал? Чего? Сейчас покажу. А зачем? Рака. С Димкой мы поймали рака. На червя. У какой, смотрите, большой. А вот это, да. Вот это я что-то не знаю. Вот это у нас рачок. Да? Угу. Так аккуратнее, он мой откисает. Сварим и будем с пивом его есть. Вообще шоколадный рак. Во, клюет у Димы. Вправо, Дим! Подсекай. Тащишь? Тащу. Тащит что-то. Большая. Ну, небольшая, но... Эй, опять у Димки окунь. У Димки сегодня окуневый день. Точно окуневый. Вот, окушок. Берем. Ну, как хочешь, хочешь, возьми. Ну, давай еще возьмем-ка. Он слишком красив. О, Димка за красоту берет. Все-таки его окунь уже третий, но у него сегодня окуневый день, явно. Ну, это, кажется, тот, который мы поймали, этого. И отпустили? Да. Ну, может быть. Теперь не отпустим. Точно. Откуда? Давай сюда, у тебя поклевка была, ты не видел. Не, пап, это не поклевка. А что он это? Он зацепился только сейчас. Ну-ка дай. Ай. Ты, я смотрю, ты зацепился. Пап, он только сейчас зацепился. Папе сам не ожидал. О, вот. Еще Димкин один окунь. Он меня точно сегодня по окуню. Ну, я же говорю, сидит. О, стоять. О, это уже не окунь. Стоять. Вот, возьмешь его? Возьму, конечно. Это уже у тебя не окунь. Держи удочку. Я решил, брыкается какой. Вот, это у нас уже уклеечка. Он даже червяка не съел. Дима, отпусти удочку. Уклеечка у нас уже. Вот. Да, пап? Он полностью червяка не съел. Ну, это ж хорошо. Червячка дай, пожалуйста. Вот, все, Дим. Теперь у тебя уклейка пошла. Надеюсь, потом будет лещ и подлещик. А потом щука, да? А потом щука. Что-то вроде сидит. Вот, поймал? Вот, да, папа без поклевки окуня поймал. Что, Дим, попробовать? Что-то. Оп, что-то есть. Ух ты, хороший. Да, рыбка. О, большой, пап. Ну, небольшой. Но плотвичка хорошая, знатная. Мы взяли еще одну. Вытаскивай. Есть? Есть. Что-то тащит Димка. Что-то поймал. Есть. О! Тащи, тащи, тащи. Поднимай. О, кто это? Красавчик какой. Красивый. Латвичка у нас еще одна. Димка поймал. Дело пошло у нас с Димочкой по плотве. Что, Дим клюет? Угу. А что клюет? Сейчас посмотрим, что вытащишь. Не торопись, главное. Сначала надо, только она схватилась. Потом посмотрим. Правильно. Если не отцепится. Ты не торопись, главное. Такое у нас уже бывало. Я поймал за губы, но отцепилась. По губам ее дал? Угу. Да? И она потом отцепилась, ушла. Только. Ладно, сейчас подождем.
Червяк там у тебя добротный. Чипсы. Главное, чипсы. У меня сейчас черви кончатся, я буду чипсами кормить. У меня чипсы не кончились. Димка что-то зацепил. Тащит. О! Поднимай, поднимай. Вот так катушку. Поднимай. Вот, все, молодец. Пускай заяц. О! Такой вот он еще зацепил. Молодец. Удочку вниз опусти чуть-чуть. Молодец. Теперь, как обещал, по ароматизатору. Наберем водички. Вот у нас стаканчик. Откроем наше чудо ароматизатор. И вылим сюда. Это малиновое варенье. Бабушка нам дала. Сказала, как дед добавляет, добавьте ее. Да придаст запаха и вкуса. Рыбка будет ловиться. Да. Надеюсь. И вливаем нашу прикормку. Ну что, дорогие друзья, закончили мы нашу рыбалку, пикничок с Димочкой. Димка у меня задремал, утомился. Рано вставали, приезжали сюда. Да, Дим? Да. Так что я вот собрался, обратно нам полегче будет ехать. Димка, хвастаться, что ты наловил? Вот мы наловили. Вот Димка там наловил. Рак папа взял, плотвички, кушков, все что... Клювало, то взяли за полдня. Клёв, потому что у нас еще не очень. Заморозки ночью. А днем плюс 5, не больше. И ветер сильный. Поэтому пока только так. Мы с Димкой поймали, но он сегодня у меня молодец, да, Димонь? Угу. Получил удовольствие? Да. Ну, я тоже сегодня получил удовольствие. Отдохнули мы с ним на свежий воздух и позавтракали. Кто нас смотрел, наверное, тоже и позавтракал, отдохнул. Все, мы сейчас свои чемоданы соберем и домой поедем. А вам всего доброго, кто нас смотрел.